Нашествие саранчи обойдется бюджету в рекордные за последние годы 8 миллиардов тенге. О том, что такие баснословные траты – это вынужденная мера, заявил сегодня глава Кабмина. Дело в том, что на нынешний год пришелся 11-летний пик распространения этих прожорливых насекомых. Самое масштабное нашествие угрожает сельскому хозяйству сразу трех областей – Актюбинской, Костанайской и Туркестанской. Но власти надеются, что 8 миллиардов, часть из которых взята из резерва правительства, хватит, чтобы свести потери урожая к минимуму. Для сравнения, в прошлом году на обработку полей из бюджета выделяли в два раза меньше денег. Премьер-министр подчеркнул, что эффективная борьба с вредителями имеет первостепенное значение для продовольственного благополучия страны. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено 4 миллиарда 200 миллионов тенге. Дополнительно из резерва правительства выделено 3 миллиарда 900 миллионов тенге. При проведении химических обработок задействовано более 400 единиц специальной техники. На сегодня в большинстве регионов благополучно завершены защитные мероприятия. Проведена большая работа. Не допущено массовое распространение саранчи.